ничего нету. Ничего нету. Бутылки валяются, значит, здесь люди все-таки бывают. Возможно, даже и ночами. В принципе, тут можно даже и поспать, если сильно захотеть. Если точнее, не будет никакого другого варианта. Интересно. Так, друзья, мы находимся в этом литовском городе. Ну, пока не знаем, как называется эта крепость, но явно, что эта крепость какая-то известная, и здесь ее все, конечно, знают. Просто пока не у кого спросить об этом. Тут никого больше нет. Фонари светят ярко. Ну что ж. Так, там наверху закрыто. Висит. Так, если что, туда тоже можно будет пойти. Но пока этого нам не нужно. Пойдем дальше.